Доброго всем, хорошего дня! Рада приветствовать вас на канале «Вяжем крючком». Для тех, кто интересуется вязанием спицами, приглашаю посетить мой параллельный канал, где мы с вами вяжем спицами. Ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня на этом канале мы с вами свяжем очередной симпатичный новый узорчик. Этот образец я связала на пряже турецкого производства, хлопок 100% лилу и крючком номером 1.25 фирмы Тулип японского производства. Узор этот вяжется достаточно просто. В его рапорте один вот такой вот цветочек и два ряда, если вместе с шахматным порядком. И давайте мы сегодня займемся вязанием этого узора. Для тренировочного образца я тоже беру хлопок, только уже бегунья чуть потолще, и крючок номером 1.4 той же фирмы. Вяжем первую петельку, хорошенечко затягиваем и провязываем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид на крючок. От крючка в третью петельку вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Провязали. У нас получилась вот такая маленькая арочка. Теперь крючком под низ этой арочки входим и, разворачивая вязание, провязываем столбик без накида. Мы повернулись вязать в обратную сторону. Далее вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Накид на крючок и провязываем столбик с накидом. Еще один столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петельки, 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Еще раз столбик с 2 накидами. Снова 2 воздушные петельки и опять из этого же колечка мы провязываем столбик с 2 накидами. И еще раз столбик с 2 накидами. Снова 2 воздушные петельки. Теперь делаем 3 накида на крючок. И из колечка провязываем столбик с 3 накидами. И еще раз столбик с 3 накидами. Мы связали наш веер до центра, и вот эти вот 2 столбика с 3 накидами, они будут центральными. Дальше продолжаем вязать зеркально. Снова вяжем 2 воздушные петельки, 2 накида на крючок и опять из колечка провязываем столбик с 2 накидами. Снова 2 накида на крючок, провязываем столбик с 2 накидами. Опять 2 воздушные петельки, 2 накида на крючок, провязываем снова 2 столбика с 2 накидами. Провязали. Снова 2 воздушные петельки. Теперь у нас вяжется 2 столбика с 1 накидом. Первый столбик и второй столбик. И вяжем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3.
3, 4. И из колечка провязываем протяжной полустолбик без накида. Теперь разворачиваем вязание и вяжем последний ряд этого веера. Мы под арочку из 4 воздушных петель мы вяжем 4 столбика без накида. Теперь крючком заходим между двумя столбиками, вытягиваем петельку, провязываем столбик без накида, вяжем 2 воздушные петельки, оставляем эту петлю, подхватываем нашу цепочку, заходим в первую начальную петельку, подхватываем оставленную и протягиваем ее. Теперь вяжем еще одну воздушную петлю и возвращаемся опять между столбиками, провязываем столбик без накида. Следующая у нас арочка из 2 воздушных петель, и мы вяжем 1, 2 столбика без накида. А между столбиками мы заходим крючком, провязываем столбик без накида и цепочка из 3 воздушных петель. Возвращаемся опять между столбиками, вяжем столбик без накида, у нас получается над столбиками пику. И снова вяжем 2 столбика без накида, между двумя столбиками заходим крючком, провязываем еще один столбик без накида, вяжем 3 воздушные петельки и возвращаемся снова, провязываем столбик без накида. Снова провязываем 2 столбика без накида. Заходим опять между столбиками, провязываем столбик без накида, вяжем 1, 2, 3 воздушные петельки, возвращаемся, вяжем столбик без накида. Следующая арочка, снова 2 столбика без накида, между столбиками еще один столбик, 3 воздушные петельки, возвращаемся, снова провязываем столбик без накида. Опять под арочку 2 столбика без накида, между столбиками столбик без накида. Теперь у нас пико из 3 воздушных петель, вернулись, провязали еще один столбик без накида. И у нас остается еще 2 столбика без накида. Снова вот у нас здесь 2 столбика, между ними мы провязываем столбик без накида, вяжем пико, возвращаемся, провязываем столбик без накида, и остается вот она арочка из 4 воздушных петель, под которую мы вяжем 4 столбика без накида. И последний у нас идет из центра, из колечка, протяжной полустолбик. Вот мы с вами связали первый наш веер. Теперь отсюда мы вяжем 6 воздушных петель. Оставляем петельку, заходим в первое пико. И эту петельку протягиваем через это пико. И отсюда вяжем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид на крючок. Возвращаемся в третью петлю. Провязываем столбик с накидом, и мы начинаем вязать уже следующий наш веер. Теперь опять вот эту арочку мы входим крючком, провязываем столбик без накида, вяжем 4 воздушные петли. Теперь накид на крючок, провязываем столбик
с накидом, еще раз столбик с накидом, 2 воздушные петли, вяжем пару столбиков с 2 накидами. Две воздушные петли, снова пара столбиков с 2 накидами. Провязали 2 воздушные петельки. Теперь у нас вяжется по центру пара столбиков с 3 накидами. И вяжем вторую половину веера зеркально. 2 воздушные петельки, пара столбиков с 2 накидами. Снова 2 воздушные петельки, пара столбиков с 2 накидами. Две воздушные петельки. Теперь у нас пара столбиков с 1 накидом. И 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И мы провязываем из этого же колечка протяжной полустолбик. Разворачиваем наш веер. Вяжем под первую арочку 4 столбика без накида. Провязали. Теперь входим крючком между столбиками. Провязываем столбик без накида. Вяжем 2 воздушные петли. Оставляем эту петельку. Поднимаем наш предыдущий веер. Раскручиваем так, чтобы он у нас стоял по вязанию, и заходим. Мы пропускаем 1 петельку, и вот во вторую петельку заходим, подхватываем крючком оставленную петельку и протягиваем через эту петлю. 1 воздушная петелька, и возвращаемся между столбиками, провязываем столбик без накида. Теперь вяжем снова 2 столбика без накида, заходим опять между столбиками, провязываем столбик без накида, снова вяжем 1, 2, 2 воздушные петельки, оставили эту петлю, подхватываем следующее наше пико предыдущего веера и протягиваем нашу петлю через это пико. Вяжем 1 воздушную петельку, возвращаемся, провязываем столбик без накида. И далее обвязываем уже веер. Снова 2 столбика без накида. Между столбиками вяжем пико. Под арочку 2 столбика без накида, между столбиками вяжем пико. Под арочку 2 столбика без накида, между столбиками провязываем пико. Снова под арочку у нас 2 столбика без накида, между столбиками вяжем пико. И еще раз у нас 2 столбика без накида, между столбиками мы вяжем пико. И последняя арочка из 4 воздушных петель, мы вяжем 4
столбика без накида. И из колечка протяжной полустолбик. Вот мы с вами связали второй раппорт. Вот я его поправляю. И вот так вот раппорт за раппортом мы вяжем ширину того, что мы хотим. Я связала 3 повторения узора. Этого будет достаточно, чтобы разобраться с этим узором. И теперь мы будем делать переход на следующий ряд. Смотрите, вот я закончила. Вот наша последняя петелька. Мы отсюда провязываем еще 6 воздушных петель. Оставляем петельку и протягиваем эту петельку через первое же пико. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Тоже оставляем петельку и протягиваем через следующее пико. Мы с вами вышли на начало следующего ряда. Отсюда мы вяжем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. Разворачиваем вязание. Из этой же петли мы провязываем столбик с 2 накидами. Провязали. Теперь вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И провязываем столбик без накида. Вот смотрите, цепочка. И вот соединение по 2 петельки. Провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание и провязываем столбик без накида. Колечко. Еще один столбик без накида в колечко. 2 воздушные петли. Теперь пара столбиков с 2 накидами. Провязали. Снова 2 воздушные петельки, пара столбиков с 2 накидами. И 2 воздушные петельки и пара столбиков с 3 накидами. Мы с вами связали половинку узора. Теперь делаем воздушную петлю. Разворачиваемся. Вот наша первая пара с 3 накидами. Входим крючком между ними и вяжем наше пико. 3 воздушные петельки. Возвращаемся. Еще один столбик без накида. И переходим под арочку. Вяжем 2 столбика без накида, заходим между столбиками, вяжем пико. Снова под арочку 2 столбика без накида, заходим между столбиками, вяжем пико. Снова 2 столбика без накида, между столбиками вяжем пико. И у нас остается вот эта последняя арочка из 4 воздушных петель. Под нее вяжем 4 столбика без накида.
и из колечка мы провязываем протяжной полустолбик. Теперь мы вяжем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Оставляем эту петельку. Подхватываем наше первое пико. Протягиваем петлю через это пико. И присоединяем вот эту вот петлю. Пропускаем одно пико к нашей вершинке нашего веера. В следующем пико вяжем столбик без накида. Вот мы связали с вами первый поворотный половинку нашего раппорта. И теперь мы будем вывязывать уже полный вот такой вот цветок. Отсюда мы вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь 2 накида на крючок. И из вот этого вот веера, вот пико, у нас место соединения, 2 пико вот здесь вот соединяется. Мы заходим крючком в пико ближнего веера и провязываем столбик с 2 накидами, не закрепляя его с основной петлей. Еще раз делаем 2 накида на крючок и со следующего пико пропускаем соединение, заходим снова в пико и провязываем столбик с 2 накидами. У нас теперь есть 3 петельки на крючке, соединяем их вместе, получается вот такая вот ножка. Теперь мы вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Возвращаемся к нашему соединению. Смотрите, берем одну дужку, вторую дужку и третью дужку. И провязываем через эти 3 дужки протяжной полустолбик. И теперь вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. Разворачиваем вязание и вяжем наш полный веер. Вяжем пару столбиков с накидом. Две воздушные петли. Теперь пара столбиков с 2 накидами. Снова 2 воздушные петли. Снова пара столбиков с 2 накидами. Две воздушные петли. Теперь столбик с 3 накидами. 1. И столбик с 3 накидами. 2. Это вершина нашего веера. Теперь зеркально. 2 воздушные петли, пара столбиков с 2 накидами. 2 воздушные петли, снова пара столбиков с 2 накидами. Две воздушные петли и теперь пара столбиков с 1 накидом. И 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Заходим в колечко и делаем протяжной полустолбик. Разворачиваем вязание, вяжем под арочку 4 столбика без накида. Между столбиками у нас вяжется столбик без накида. Теперь 2 воздушные петельки и смотрим,
Вот наше место соединения. Вот одна петля. Одну пропускаем. Следующую петлю мы входим крючком и протягиваем оставленную петельку. Воздушная петля. Снова между столбиками провязываем столбик без накида и вяжем 2 столбика без накида. Между следующей парой столбик без накида, 2 воздушные петли. Опять возвращаемся к нашему вееру, подхватываем следующее пико и протягиваем через это пико оставленную петлю. Воздушная петля, возвращаемся, вяжем столбик без накида и обвязываем дальше наш веер. 2 столбика без накида. Между столбиками у нас вяжется пико. Опять 2 столбика без накида. И между столбиками у нас вяжется пико. Два столбика без накида. Между столбиками вяжем пико. Два столбика без накида. Между столбиками вяжем пико. Еще раз 2 столбика без накида. Между столбиками вяжем пико. 2 столбика, провязываем еще столбик без накида. И последняя арочка. Мы вяжем 4 столбика без накида. Провязали. Теперь из колечка делаем протяжной полустолбик. Вяжем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Связали. Подхватываем наше первое пико. Протягиваем через это пико нашу петлю. И далее мы присоединяем вот эту петельку к нашей вершинке предыдущего ряда. Одно пико пропускаем, следующее пико делаем столбик без накида. Вот мы с вами связали уже полноценный рапортик второго ряда, одну половинку и один полноценный рапорт. Вот так это будет выглядеть. Теперь у нас следующий. Снова идет полноценный раппорт. Давайте мы попробуем еще раз вместе его связать. Мы вяжем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Связали. 2 накида на крючок. Между раппортами вяжем столбик с 2 накидами, не замыкая его с основной петлей. Еще раз 2 накида на крючок и снова вяжем столбик с 2 накидами. Теперь провязываем все эти петельки вместе, вяжем 1 2 3 4 5 6, подхватываем 3 дужки, 1 2 3, делаем протяжной полустолбик. Теперь вяжем 4 воздушные петли, разворачиваем вязание и вяжем веер точно такой же, как мы только что с вами вязали. А последним рядом мы опять вместе с вами будем присоединять. Вот я связала следующий веер, и теперь мы разворачиваем вязание и начинаем обвязывать этот веер. Вяжем под первую арочку 4 столбика без накида,
Заходим между столбиками, провязываем столбик без накида, делаем 2 воздушные петельки, оставили эту петлю, вернулись, смотрите, 1 петля соединения, 1 еще пропускаем, и в следующую петлю мы протягиваем оставленную петельку. Воздушная петля, и возвращаемся опять между столбиками, провязываем столбик без накида. Следующая арочка у нас 2 столбика без накида, между столбиками еще один столбик без накида, снова 2 воздушные петельки, подхватываем следующую арочку предыдущего, следующее пико предыдущего веера, протягиваем петельку, воздушная петля, возвращаемся, провязываем столбик без накида. И дальше обвязываем веер. 2 столбика без накида. Между столбиками еще один столбик без накида. 3 воздушные петельки. Возвращаемся, вяжем еще раз столбик без накида. У нас получилось пико. Снова 2 столбика без накида. Здесь между столбиками вяжем пико. Итак, провязываем уже до конца этого веера. Последняя арочка, 4 столбика без накида, это был 1, 2, 3, 4 и из колечка протяжной полустолбик. Теперь вяжем 6 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, 6, оставляем петельку, находим пико первое. Протягиваем петельку и подхватываем. Вот наш следующий веер, его вершинку провязываем столбик без накида. У нас остается связать еще одну вот такую вот краевую половинку с другой стороны до финиша этого ряда. Вот что у нас получается пока в неглаженном виде. И вяжем эту половинку. Мы вяжем здесь 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь 2 накида на крючок и пропускаем 1 пико. Со следующего пико вяжем столбик с 2 накидами. Не довязываем до конца. Еще раз вяжем столбик с 2 накидами. Провязали. Теперь провязали все эти 3 петельки вместе. Теперь вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подхватываем 3 дужки. Провязываем протяжной полустолбик. Делаем воздушную петельку. Разворачиваемся. Теперь провязываем в эту петельку 2 столбика без накида, как подъемные. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Теперь делаем 3 накида на крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Это у нас будет вершинка нашей половины. Теперь 2 воздушные петли, 2 накида на крючок, вяжем пару столбиков с 2 накидами. 1,
2, снова 2 воздушные петельки и снова провязываем столбик с двумя накидами, пару столбиков с двумя накидами. Теперь 2 воздушные петельки, провязываем пару столбиков с одним накидом и вяжем 4 воздушные петли, делаем из колечка протяжной полустолбик, разворачиваем вязание, вяжем 4 столбика без накида под арочку, между столбиками столбик без накида, 2 воздушные петли и подхватываем все наше вязание, разворачиваем нам в нужную сторону по направлению, петля соединения, одну пропускаем, следующую петлю протягиваем наше пико. Еще 1 воздушная петля и столбик без накида. Теперь следующая арочка, вяжем 2 столбика без накида, заходим между столбиками, провязываем столбик без накида, делаем 2 воздушные петельки, опять подхватываем наше следующее наше пико в предыдущем веере и протягиваем. 1 воздушная петля, заходим обратно, провязываем столбик без накида, теперь вяжем 2 столбика без накида в следующей арочке и снова между столбиками с накидом, с двумя накидами следующего ряда вяжем столбик без накида, теперь вяжем 3 воздушные петли, возвращаемся, у нас получается пико, и следующие 2 столбика без накида. Теперь у нас получается вот эта вот вершинка. Мы провязываем столбик без накида, 2 воздушные петельки, накид на крючок и столбик с накидом. У нас получается вот такое вот краевое пико. Ну, мы с вами связали полный раппорт. Вот как выглядит, правда, в неглаженном, конечно, состоянии, но немножечко пальцами я поправила. Вот так вот выглядит наш полный раппорт. И дальше у нас будет все начинаться с первого ряда. Давайте я только лишь сделаю маленький переход до центра. Мы с этого места вяжем 1 воздушную петельку, разворачиваемся и провязываем разворотный столбик без накида. И дальше вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 2 накида на крючок, заходим между веерами в пико, провязываем столбик с двумя накидами, оставляем его на крючке, еще раз столбик с двумя накидами, оставляем его на крючке, провязываем все 3 петельки вместе, теперь 6 воздушных петель, подхватываем все рядушки и делаем протяжной полустолбик. И отсюда мы вяжем наш веер, потом следующим рядом мы будем его обвязывать. И все места присоединения я вам уже показывала. Мы будем первое пико присоединять вот здесь, а дальше мы будем присоединять, так как вязали уже во втором ряду, присоединяемся к вершинке, переходим снова 2 столбика, присоединяемся дальше к следующей вершинке. Ну а теперь давайте посмотрим еще раз большой образец. Конечно, большой образец, связанный на более тонкой ниточке, и, конечно, выглядит более изящно, более красиво, ну и тем более, что он поглажен. Как видите, этот узор
двусторонние. Ну и в конце видео давайте поговорим, что можно связать. Связать можно очень многое. Все, что вы, наверное, придумаете сами себе. Это могут быть и кофточки, и маечки. Здесь хорошо будут вязаться юбки. Здесь хорошо будет вязаться шальбактус. Уголочек у нас складывается, насколько я вижу. Хотя уголочек у нас получается очень острый. Значит, шальбактус отменяется. Ну, а впрочем, наверное, вы сами придумаете, что этим симпатичненьким узором связать. А я буду с вами прощаться на сегодня. До новых встреч, до новых идей и до свидания.